Так, ребятки, Skyline 33, 2.5 турбо. 208 сил, да? 274. 274. На стенде машина показала. Против Гольфа 7 GTI. 2 литра турбо, Gen 3, APR, Stage 3. ИС 38, DSG. Ну, не знаю, на что рассчитывать. С места, мне кажется, даже если с места сейчас Sky поедет, Гольф должен будет догнать и обогнать. Ну, ходом это будет прям сильно. Это прям будет выглядеть это сильно, очень. Раз, два, три! Вы не отпускали, ребят? Че-че? Вы не отпускали после старта? Ну, передачи не попали. Со скольки сейчас катнем? 40. Окей. Готовы? Раз, два, три! Третья вошла и все. Ребята, из 38 2 литра турбо демон. Ты со второй поехал? Встать с сиденья, не могу увидеть, что там происходит. 200, все, он больше не едет. У него больше, чем 200. Тебе с М5 надо ехать, брат. Поедешь с М5? Е60. У тебя время из 10, 100%. Я не знаю, наверное. Машина проехала просто 2800. После какой, тут? Ух, я ж прям взбодрился. Это, наверное, сегодня, на данный момент, уже какие машины катались, самое быстрое, что меня прокатило. Да, М5, Е60. Сейчас с Тесла заедет, и с Тесла тебе надо долбануть. И с Октавией, К04, да ты улетишь. Что там? Тебе надо было на следующий 2 с ней ехать. Сейчас разворачиваемся аккуратненько. Да, ребят, сейчас разворачиваемся. В обратную сторону есть смысл ехать? Да нет, наверное, никакого смысла. Окей, тогда продувая машину, едем туда на старт. Лучше других соперников каждому найдем. Где смотри, труба? Тут вообще тут... Рычит жестко, смотри. А чтобы разъехались, когда она быстро поедет. Ну он победил. Такого ни у кого здесь нет. Да, да, я снимаю шляпу. Ты сейчас победил в натуре. Да, да, да. Просто на... Слушай, это полный привод? Да. Перформанс, да? Тройка. Да. Отлично. Тебе надо на дому ехать, чтобы просто тут сядет. Ну, хорошо. Выезжай. Так, ну что, ребятки, М5, Е60, В10 Атма, 507 сил, стоковая, против Теслы, Model 3, перформанс, под 500 лошадиных сил. Кто, ребят, будет быстрее? Что думаете? Тесла. Тесла, да? Ну, не видишь, она вот после 200 тяжко идет, М5 там заберет. А он ничего не накрутил? Что-то на это богатить, не? Вообще стоковая, да? Вообще, а что тут это? Санкции, блядь. Ну да, тут особо крутить дорого сейчас. На нее коллектора сок это, наверное, 1200. Хорошая стоит, да? Раз, два, три! Ух ты! Ух ты! Какой тут переходник на Тесле интересный. Какие удары, блядь? 180, 190, 210, 220, 230, 240,
50 нахуй, все. Да, Тесла вот после 220, наверное, уже прямо чувствуется она, да, теряет. А М5 от 200, мне кажется, у нее 100-200 хуже, я говорю, повторят, чем 200-300. Блять, какие переключения, боже мой. Так даже постараться на механике надо сделать, чтобы вот так пнуло. Со скольки еще можно? Да не знаю, так, со 130, вот так больше 120 там. Давай, наверное, в обратную сторону, наверное, развернемся. Да можно же, давай туда где-то сотку сделаем. Ребят, давайте сотка, равняйтесь. Раз, два, три. Сто восемьдесят. Пошли. 200. Со стороны поехали. И она партнерка. Сотки недосягаемая машина. Сотки прям недосягаемая. Блять, я аж вспотел. А у меня мурашки вот так идут и вниз. Блять, от 270 что-то куда-то исчезать начинает, блядь, в пространстве. Вообще. Ну все, оно вот агран. Около 270 это полный сток и агран. То есть это вообще абсолютно стоковая машина, да? Вообще с четырьмя катализаторами. Слушай, ну ты же сам BMW занимаешься, да, поэтому ты знаешь, что как следить за ней, правильно, ухаживать. Какой расход на ней, вот если катиться сотку на круизе? Ну смотри, я с Москвы ехал спокойно, мне десятки хватает. То есть, ну, местами там и долбанешь 200 плюс, а так, ну, десяточки. Вообще? А что, наверное, едет 1000 оборотов, да, на круизе? Готовы? Раз, два, три! О! Блин, ну приход дикий на ней, конечно. И сильно ты отпустили, вот мое переключение, конечно, да, электромотор, блин, уже 150. Только что было 20. 180. 190. 200. Ух ты, блин. 240. 250. 270. Очень крутой заезд прямо. Ой-ой-ой. Как В10 хорош ходом. Какой звук, блядь. Ну переключение, не знаешь, это просто подташнивать начало, блядь. Или от скорости, или от переключения. А если тюнинг сделать? Ага. Можно. Нормальный результат. Пока. Сколько на тюнинг? Ну вот вообще, вот на хорошем стоит 2. Сколько у него время должно быть 120? Если коллектора, вот раз. Нулевики, прошивка, ну там где-то около 560 лошадей получается. И 120, я думаю, ну, секунд. Низкие 7, да? Около, да, там около 8, наверное. Там и крутиться будет высокие сколько? Высокие 7, скорее всего. Ну, под 9, под девяточку-то. Ой-ой-ой. Это вообще песня. Гранту подлатали, сделали, шланг поменяли, фриз подлили против Бэхи. 528, сколько лошадей? 234 лошади. Ты разбираться в BMW стал? Да. А у меня татуировка здесь на груди. Какая? М. Грязный. Вообще. Нихуя на бешеная. Давайте. Раз, два, три. Опа, неплохо стартанули. Давай, 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 давай. Ох ты, засадил ее хорошо. Давай, Гранта, родненькая. Четвертая. Мы должны забрать на 6-цилиндровый 2.8.
хорошо едет, блядь. Че, он отпустил? Че? Че у вас произошло? Сосаки ненормально. Мне с 30 за***ись. Если мы поедем. Давайте с наката 30. Раз, два, три. Ой, блядь. Работал, нахуй, полетели. Ой, накладет 190, все, отпускай 200, куда надо. Все. Что, пи***? У меня пятая родная, если пятый включать, она хватит. Давай, да? Да ну куда? Четвертый, да, 200, либо 200 нужно. Че-че? Можем перезаехать. Раз, два, три! С нашим втеком не вариант. Ванесы не прокатывают. А что это было? Вообще, 180, 190, все, отпускаем. Давай 60 сделаем в ту сторону. Давайте 60 догоняйте в ту сторону, сделаем, говорю, есть место. Готовы? Раз, два, три. На лучше поехал. С места, вот мы ехали ровно, но на передке, наверное, сложнее просто заехать, чем на задке, а ходом Гранта быстрее прям. Слушай, она у тебя не позлее Давидовой? Слушай, злее. Злее? У тебя же валы даже злее, да? У меня 52-е валы, 10.05, 286, по-моему, фаза. Очень круто. Давай подъезжаем на старт сразу. Сейчас, Николаевич, проедем чуть-чуть. Очень хорошо едет, ребят. Плюс еще я тяжело здесь сижу, не в БМВ. Это на минуточку. Да. Под неделок вам еще лучше едет. Конечно. Эти моторы атмосферники, когда малолитражно, они очень чувствуют вес. Такое малолитражно, 3 литра, 3,5 чувствуют вес. Ты бы знал, что у меня там с блоком. Че? Что у меня же там аж образы шатуны стоят. Они не хуй, блок цепляют. Пришлось окна вырезать. Ебать. Вваривать там.